Привет, с вами Алекс. Сейчас по планете вирус гуляет. Вот решил записать тематическое видео. Что нам понадобится, чтобы сделать такую анимацию прямо внутри Fusion? Понадобится нам вот такие вот простые 3D модельки. Одна анимированная, ну не обязательно, можно взять любую. Модельки можно найти на сайте Turbo Squid. Заходите на сайт, пишите, ну, например, вирус. И здесь прайс, естественно, free. И достаточно много моделек. Сейчас они загрузятся. Вот. Выбираете любую. И ее нужно сохранить, сконвертировать в формат Object. И если она анимированная, то в формат ABC. Вот такой вот. Эту модельку я нарисовал в Cinema 4D. Есть на эту тему хороший туториал на YouTube. Очень простой, очень быстро все делается. И потом она экспортируется вот в этот формат ABC, который потом мы импортируем во Fusion. А эта моделька просто скачана с сайта Turbo Squid. И еще нам понадобится установить реактор. Пишем реактор 3 Fusion. Вот оно. Это отличное расширение к программе Fusion. Бесплатное, написанное очень хорошими ребятами. Оно позволяет очень много делать того, что не умеет Fusion изначально. Нам он понадобится для того, чтобы добавить к моделям. Открываем Fusion. И перетаскиваем этот скрипт в рабочую область. Fusion. Вот так. И нажимаем Install and Launch. Если у вас установлена DaVinci в директории по умолчанию. Если вы меняли папку, то укажите папку, куда вы установили. Вот здесь. Все. Как только вы установите скрипт, у вас вот здесь вот Workspace, Scripts, появится реактор. Так, давайте откроем DaVinci выход в интернет. Иначе реактор не запустится. Открываем реактор. Он обновляет все свои скрипты. И здесь пишем шейдер. Вот он, Kick-Ass Shaders. Shaders. Вот этот вот скрипт нам и нужен. Выделяете здесь галочку и ставите, нажимаете Install. Где-то 200 мегабайт он занимает. И когда он установится, вот здесь же в Workspaces, в Scripts, Kick-Ass Shader, Content Browser. Вот, появятся вот эти шейдеры. Это то, что нам нужно. Перезагрузите DaVinci Resolve после установки. И у вас появится это в меню. Все вот эти пункты. И реактор, и Kick-Ass Shader. Итак, реактор скачали, модельки тоже. Можно начинать делать анимацию. Создаем Fusion композицию. Ну пусть тоже 10 секунд. Настройки проекта у нас Full HD, 24 кадра в секунду. Ну, пусть будет тоже так. Заходим во Fusion. Перетаскиваем сюда модельку эритроцита. Перетаскиваем модельку во Viewer. Можно сразу сделать ее поменьше.
Теперь нам понадобится нода Duplicate 3D. Нажимаем Shift пробел. Duplicate 3D. Указываем количество копий. Ну, давайте 100. Переходим во вкладку Jitter. Можно сразу привязать эти параметры, между собой связать. Для этого нажимаем сюда равно. Тем самым создаем expression. И перетаскиваем плюсик вот сюда. То же самое создаем для оси Z. Тоже привязываем к оси X. Теперь мы крутим один ползунок X, и у нас происходит вот такая красота. Видите, наши эритроциты разлетаются в 3D-пространстве. Что нам и нужно. Также подкрутим вращение, чтобы сделать их случайными, повороты. Так, теперь покрутили параметры. Смотрим, чтобы они равномерно были распределены. Можно еще добавить эритроцитов. Для этого давайте здесь вобьем не 100, а... Ну, пусть будет 200. Зайдем опять в Jitter. Подкрутим немножко Scale. Сделаем их чуть-чуть разного размера. Но так как это биологические клетки, я думаю, что они должны быть примерно одного размера. Немножко. Ну да, так хорошо. И сделаем их немножко поменьше. Для этого перейдем в ноду Mesh, то есть нашу модельку, и сделаем E-размер еще немножко поменьше. Вот так, да. Давайте сохраним проект, а то Fusion имеет такую тенденцию иногда вылетать. Так, теперь приподнимем всю эту конструкцию вверх. Для этого воспользуемся нодой Transform 3D. И по оси Y. Да, перетащим ее в рабочую область, чтобы увидеть результат ее работы. Перетащим translation по Y вверх. Так, теперь создадим ноду 3D Merge. И добавим вирус. Вот он у нас. Чем мне нравится Mac, что он здесь прям показывает прям в Finder превью модельки, как она двигается. Так, она так не добавится точно. Для этого нам надо нажать Shift пробел и выбрать ноду Alembic Mesh 3D. Вот она. И откроется окно, где нужно выбрать этот файл. Это формат анимированных моделей, который понимает Fusion. Так, а где он у нас? Где эта моделька? Вот она. Подсоединяем
3D Merge. Эту ноду. И посмотрим, где он у нас. Давайте перетащим 3D Merge в окно просмотра. Видно, что все белое — это и есть наш огромный вирус. Надо его уменьшить. Параметр Scale. Поставим 0.05. Пока что так. Поднимем его повыше. Сделаем его еще поменьше, чтобы он был размером примерно с эритроцит. Еще поменьше. 0.2. Это еще поменьше. Нет, так, слишком мало. 0.0. Ну, давайте вот так. 0.15. Да, вот. Видите, все равно здоровый. Еще поменьше. Ну, вот так нормально. Сейчас примерно можно посмотреть, что будет видеть наша камера. И я думаю, что можно добавить еще эритроцитов. Сделать... Заходим в ноду Duplicate 3D. И вместо 200 делаем 300. Давайте 500. Вот. Отлично. Теперь сделаем фон. Я использовал вот такое видео, которое сделал в программе Хаотика. Очень крутая штука. Там можно всякие вот такие фрактальные абстракции делать. Ну, можно использовать статичную картинку. Это не принципиально. Что-нибудь биологическое. Перетаскиваем эту картинку или видео в окошко с нодами. Создаем 3D фигуру. Для этого нажимаем, выделяем ноду с картинкой, нажимаем Shift пробел и добавляем ноду Shape 3D. Вот она. Выбираем сферу, подключаем ее к 3D Merge, к нашей ноде. Вон она, наша сфера, очень маленькая. Давайте ее увеличим. Радиус сделаем где-нибудь 30 для начала. И параметр Angle сразу уменьшим, потому что вся сфера нам не нужна. Нам нужна лишь ее часть. Вот так их уменьшим. Отдалимся во вьювере. Увидим, где... Вот она, видите, опять такой экранчик получается сзади. Вот это нам и нужно. Ну, пусть пока будет так. Потом мы его подстроим, когда поставим... камеру. Собственно, давайте ее и подключим. Выделяем ноду 3D Merge, нажимаем Shift пробел и добавляем камеру. Камера 3D. Разделим экран на две части. Выделяем ноду 3D Merge и создадим рендер 3D. Эта нода будет рендерить нам всю картинку. Перетащим ее в
правый экран, в левый 3D Merge. И настроим положение камеры. Выделяем камеру. Где она тут у нас? Вот она в центре. Смотрит непонятно куда. Сейчас мы ее развернем. Вот так. Давайте выберем параметры, чтобы видеть в градусах. Поставим 90, чтобы все было красиво, прям ровно. И отдалим ее подальше. Еще подальше. Пока эритроциты в кадре. Вот так. И теперь подстроим фон. Для этого выберем ноду Shape 3D. И повернем ее немножко. Вот так. По оси Y. Это будет стартовое положение камеры. И она будет лететь вперед сквозь клетки. А теперь подстроим вирус. Вот он у нас. Alembic Mesh. Выделяем вирус. Alembic Mesh у нас он здесь. И подстроим его положение, чтобы он тоже был в кадре. Ну вот пока пусть так будет. Я думаю, можно сейчас санимировать сразу камеру. Давайте ее приподнимем немножко. Вот здесь хорошо видно, что она эритроциты как бы видит не все. Можно камеру приподнять, а можно сделать проще. Можно эритроциты опустить. Для этого выберем ноду Transform 3D. И по X-у. Не, по Y. Поставим их пониже. Чтобы вот этот кубик был прямо в центре. Переходим в первый кадр. Выделяем камеру нашу. Ставим ключики анимации. Вот она только по X сейчас будет двигаться. Поставим keyframe. Переходим в последний кадр. Ставим еще один keyframe. И двигаем ее вперед. Вот так. Вот мы камеру анимировали. Теперь можно еще подвинуть немножко назад кубик с клетками. Это уже чисто творческий процесс. Здесь никаких обязательных рекомендаций нет. Чтобы было красиво. Теперь можно санимировать клетки, чтобы они не висели статично, а двигались. Для этого переходим в первый кадр. Выбираем ноду Duplicate 3D. Вот эту, которая у нас дублирует клетки. Переходим во вкладку Jitter. И анимируем вот эти параметры, которые мы задали. Ставим ключи в первом кадре. Здесь только X, потому что эти два параметра мы привязали экспрешеном. Переходим в последний кадр. Опять же ставим
ключи и слегка подкручиваем значение в любых направлениях. Это тоже творческий процесс. После того, как настроили анимацию клеток и анимацию камеры, можно настроить анимацию самого вируса и его деления. Для этого добавляем после ноды Alembic Mesh ноду Duplicate 3D. Здесь нам надо всего две копии. Давайте пока посмотрим в ноде 3D Merge. Вот он наш красавец. И уже здесь вопрос художественных изысков, так скажем. В какой момент они будут делиться? Ну, вот я думаю, можно поставить 150 кадр. В данном случае это параметр Z offset. Вот, видите? Вирус разлетается. Ставим ключевой кадр здесь. Передвигаем ползунок на необходимое количество кадров. Например, вот так вот. На 180. Ставим тоже ключевой кадр. И сдвигаем ну вот сюда его сдвигаем. Но чтобы они разлетались как бы в разные стороны, надо также проанимировать саму модельку. То есть у нее дубликат отлетает вправо, а она сама будет лететь влево. Для этого переходим в первый кадр наш ключевой, 150 здесь. И в модельке выбираем тоже, вот он, да, Z offset. Ставим ключевой кадр. Переходим. У нас какой здесь? 180. 180. И аккуратненько по офсету ее двигаем. По Z тоже. Вот так. Задача, чтобы они разлетались в разные стороны. Чтобы вирусы после того, как они разделились, не крутились прямо синхронно. Тут как-то не очень реалистично выглядит, вот видите. Надо сделать следующее. Переходим в последний кадр, вот этот вот, 180-й, где они разлетелись. И в ноде Duplicate 3D ставим ключевой кадр напротив параметра Time Offset. Чуть-чуть его сдвигаем вперед. Можно даже на, ну, на пару кадров сдвигаем, ставим еще раз ключевой кадр и смещаем Time Offset. Вот, видите, на максимум на 5 здесь я его сместил. И теперь они двигаются несинхронно. То, что нам и нужно. Теперь сделаем анимацию разлета вируса более живой. Построим параметры кривых анимаций. Для этого открываем Spline. Здесь прикрываем инспектор, прикрываем... Выделяем сначала ноду Duplicate 3D, мы с ней будем работать, и вот с Mesh'ем. Закрываем ноды. Здесь выбираем Only Selected, чтобы ничего не мешало. И вот у нас Z Offset параметр, видите, какой он. Кликаем сюда и делаем кривую такой, чтобы он более, ну, биологично, что ли, разлетался. То есть сначала... Он как бы делает это плавно, и потом происходит такой резкий рывок, и опять плавно останавливается. Ну, для этого примерно вот такая кривая должна быть. Открываем ноду, выбираем Mesh, и то же самое
делаем с параметром z-offset. Здесь можно вот так вот увеличить. Ну-ка. Вот так. Теперь такие злые, агрессивные вирусы получаются. Теперь настроим глубину резкости и точку фокуса камеры. Это очень важный параметр, потому что когда мы имеем дело с такими вот биологическими объектами, для реалистичности всегда создается иллюзия макросъемки. А в макросъемке глубина резкости очень маленькая. Для этого развернем в ноде Merge 3D камеру боком, чтобы мы увидели сцену со стороны. Перейдем в ноду камеры. В настройке Control Visibility. И здесь поставим галочку Focal Plane. И вот здесь появилась такая зеленая рамка. Вот она. Вот эта зеленая рамка — это точка, в которой изображение будет в фокусе. И нам надо этот параметр тоже анимировать. Вот у нас камера едет. Давайте сразу поставим, отдалим Focal Plane так, чтобы когда начиналась анимация, у нас уже в фокусе была часть клеток, которые спереди. Поставим параметр здесь, ну, 15, например. Вот так. Сейчас параметры глубины резкости не отображаются, потому что они выключены вот здесь вот в настройках. Accumulation Effects. Вот. С ними просто тормозит, поэтому пока мы ее отключим. И включим попозже и настроим. А сейчас можно ориентироваться по вот этой зеленой рамочке. И вот у нас задача, чтобы... Вот в этом кадре, 150-м, где начинается анимация вируса, он уже был в фокусе. Это уже, можно сказать, кинематографическая драматургия. Так. Где он тут? А, ну вот как раз практически так и есть. Давайте подвинем Image Plane чуть-чуть назад. И поставим ключевой кадр здесь. Перейдем в последний кадр. Поставим еще раз ключевой кадр напротив Focal Plane. И вернем его сюда, обратно к вирусу. То есть получается, камера движется вперед, а фокус на камере крутится. Оператор и фокус-пуллер работают синхронно. Вот, смотрите. Фокус приближается, приближается к вирусу, оп, и фиксируется на нем. Теперь, если включить в рендере Motion Blur, давайте поставим качество 10, чтобы побыстрее отрисовывался. То мы увидим, как постепенно вирус попадает в фокус, и в момент деления он уже у нас резкий. Выключим пока блюр, чтобы быстрее все рисовалось. А теперь мы добавим источники света к нашей сцене.
Выберем ноду 3D Merge, нажмем Shift пробел. Добавим Ambient Light. И Spotlight. Ambient Light у нас будет рисовать заполняющий свет, а Spot, соответственно, давать рисующий. И Spot нам надо поставить... Ну, мне нравится, когда свет падает где-то вот справа сверху по диагонали. До этого выделим Spotlight. И подвинем его вверх по диагонали, чтобы он светил. Вот примерно так я поставил Spotlight. Теперь давайте включим освещение тени. Для этого зайдем в ноду Render 3D. И поставим галочки Lighting и Shadow. Сразу перейдем в Ambient Light и сделаем заполняющий свет поярче. Слегка подкорректируем по цветам наш бэкграунд. Для этого добавим ноду цветовой коррекции. И сместим параметр Hue, ну, покраснее, чтобы не было так фиолетово. Все-таки это кровь. И можно сделать... Вот так. Ну что, теперь самое интересное — это подключение наших шейдеров. Для этого заходим в Workspace, скрипт, и выбираем Kick-Ass Shaders. Shaders. И здесь выбираем Content Browser. Здесь есть вот такой вот Red Blood Cell, но мне он не понравился по характеристикам. Больше понравился вот этот вот вариант стекла. Но я его подстроил, сделал более таким красным. Итак, подключаем шейдер вот сюда, во вход материала. Опа! И Fusion вылетает. Так, сейчас перезагрузимся. Итак, я перезагрузил Fusion. Еще раз. Workspace, Scripts, Kick-Ass Shaders, Content Browser. И я выбрал вот этот вот Glass Deep Ruby. Вот он здесь уже. Подключаем его на вход вот сюда, Material Input. Опа! И подстраиваем параметр. Для этого давайте его сюда поставим. Откроем. И здесь двойным кликом находим параметр, отвечающий за цвета. Вот видите. Я все параметры сместил в красную зону. Но помимо этого надо еще настроить освещение. Для этого выбираем наш Spotlight. Видите? Он тоже влияет. Можно сделать конус более широким. Особенно это важно в первом кадре, где самый широкий угол. Посмотреть, чтобы он освещал нужное нам пространство. Ну вот так вот. Это уже граница тени, можно пока ее не трогать. И здесь важный параметр Shadows. Поднимаем параметр Shadow Map Size. Это размер текстур тени. Чтобы тени были не рваные вот такие вот. Давайте включим полный... Сохранимся, а то сейчас опять вылетит.
Полное разрешение. И посмотрим. Там, где эритроциты перекрывают друг друга, они создают тень. Параметр, который по умолчанию 1024, его здесь явно маловато. Я поставил где-то в районе... Ну да, где-то в районе 6000. Это зависит от того, насколько яркий спотлайт. Потому что это он дает тени. Собственно, в нем это все и настраивается. После настройки шейдеров самих эритроцитов настроим шейдеры вирусов. Берем вот этот шейдер, Command-C, Command-V, дублируем его и подключаем к вирусу. Двойным кликом открываем и подкручиваем параметры. Тут все зависит уже от фантазии, творческого подхода. Шейдеры готовы. Свет поставили. Переходим в ноду Render 3D. Включаем глубину резкости. В последней вкладке надо поставить галочку Motion Blur. Подключаем ноду Render 3D к ноде Media Out. Все, можно рендерить. Переходим в первый кадр, во вкладку Render и запускаем рендер. Ну что, рендер закончился. Вот такая анимация получилась. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду делать сейчас ролики не только по Fusion, но и по видеосъемке и по цветокоррекции. Ссылки на 3D-модельки и где можно скачать и поставить реактор я приложу в описании. И самое главное, берегите своих пожилых родителей. Сейчас это очень актуально. И сами не болейте. Всем здоровья. С вами был Алекс. До встречи.